Самые актуальные новости города для телезрителей Первого Карагандинского. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте. Из-за замерзшего водопровода более 80 домов до сих пор остаются без холодного водоснабжения. Очередной скандал вокруг программы по модернизации ЖКХ. Сегодня весь мир отмечает День донора. Одной из самых актуальных тем для нашего региона является развитие технического и профессионального образования, а также подготовка кадров. Эти вопросы были рассмотрены на заседании под председательством акима области Абельгазы Кусаинова. В рамках заседания был подписан меморандум между акиматом области и немецкой компанией, которая повысит качество материальной базы по подготовке специалистов. Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что развитие системы технического и профессионального обучения должно включать в себя несколько составляющих. Первое – это ориентация на лучший мировой опыт. Второе – использование оборудования мирового класса. И третье – это организация взаимодействия региональных и отраслевых советов и работодателей. В этом году мы приоритетом номер один в нашей области поставили прежде всего подготовку профессиональных кадров. Это сегодня требование времени, это сегодня требование главы государства. Все кадры должны отвечать международному уровню. На заседании был заслушан доклад от начальника управления образования Сингазы Мангалиева о международном опыте модернизации системы технического и профессионального образования на примере Сингапура и Турции. В конце совещания был подписан меморандум между акиматом области и компанией «Лукас Нулле», направленный на сотрудничество в сфере создания отечественного производства современного инновационного оборудования для организации образования. Александр Крылов, Кайрат Рашитов, Первый Карагандинский. Несмотря на то, что на календаре июнь в нашем городе из-за замерзшего водопровода до сих пор более 80 домов остаются без холодного водоснабжения. До 1 июля трубы будут отогреты, об этом заявили представители компании «Карагандысу». О том, какие еще работы планирует провести компания-услугодатель, в следующем материале. По причине замерзшего водопровода без холодной воды остаются 37 домов в Казбекбийском и 44 дома в Октябрьском районе. Казалось бы, цифры парадоксальны. Ведь на дворе лето. Тем не менее, последствия аномально холодной зимы устраняются до сих пор. Об этом рассказал генеральный директор компании «Карагандысу» Сапаргали Маненов в рамках заседания по подготовке к отопительному сезону. Матюки держите, там солнце пригреет, отойдет и так далее, и так далее. Вот по ним надо будет полностью, вы должны по всем этим домам, 120 домов, которые мы за базовую взяли, по всем, по ним должно быть четкое понимание, в чем была причина замерзания по двум районам, в чем была причина. Если не тот уровень залегания и так далее, вы должны, что вы сделали, предписание вручили, не вручили и так далее. Монополист также отчитался и об открытых колодцах, которые в городе насчитывается ни много ни мало, 1350. Одной из главных проблем предприятия является постоянная кража крышек, люков. С начала 2012 года подано 56 отношений в УВД по факту хищения. Но до сих пор ни по одному факту виновные не обнаружены. По опыту зимы, когда на помощь в отогревании водопроводных сетей были задействованы бригады других коммунальных предприятий, по поручению градоначальника закрывать колодцы будут также совместно. До 1 июля должны управиться, говорит аким города. 20-25 дней мы этот вопрос для себя снимаем. Еженедельно вы мне даете мониторинг. Сколько закрыто, форма, все это есть, Бекер Бекевич. Постепенно будут решены и вопросы по низкому давлению в трубах в некоторых домах города. По-прежнему ведется модернизация очистных сооружений, а также частичная замена водопровода. К слову, в этом году собственными силами Карагандысу заменили 15 километров водопроводных и более 14 километров канализационных сетей. Работы продолжаются. Крышу снесло. Дом по адресу Ермекова 114/1 находится в аварийном состоянии. Уже на протяжении 3 месяцев власти обещают починить крышу, где обрушились плиты. Марал Тукенова подробнее расскажет о сложившейся ситуации. Последние 2 недели в Караганде погода дождливая. Непогода пришла и в квартиру Натальи Мельниковой. Эти стекающие капли на потолке не только портят ремонт, а постоянная сырость представляет угрозу здоровью. Вся мебель влажная, не успевает она высыхать, как опять дождь в квартире. Без конца эта крыша текет у нас. Дело вообще ничего не делается. Сколько раз мы обращались везде.
Вчера буквально дождь шел, у нас все, тазы, все это, диван мокрый, везде текет, кладовки, вещи все мокрые, все в плесени, дети в сырости без конца болеют. Уже не знаю, что делать, куда одеваться, куда обращаться, мы просто уже бессильны. Крыша у нас просто льет, уже не то, что капает, уже льет ручьями. Мы уже не знаем, что делать, это уже длится сколько лет, уже сколько можно. Вместе с Натальей Мельниковой жители верхних этажей дома по улице Ермекова 114/1 вот уже на протяжении 3 месяцев круглыми сутками вынуждены носиться по квартире с кастрюлями, тазиками и тряпками. В среднем за день с крыши в комнату стекает 260 литров воды. Это можно увидеть на этих кадрах, которые засняли сами жители. И все началось в марте. Тогда произошло обрушение 4 плит, перекрытие крыши дома. Как утверждают жители, приезжали представители акимата. Они заверили, что возьмут под контроль сложившуюся ситуацию и в кратчайшие сроки решат вопрос. В итоге на месте крушения плит соорудили времянку, которая не спасает от дождя. Кроме того, от ветра она пришла в негодность. В итоге во время проливных дождей дом затапливается до 4-го этажа. 22 марта обрушились 4 плиты. Вот. Затопило 9-й, 8-й этаж. Сами видели, что снимали. Вот. Установили подпорки временно, своими силами. Целлофаном накрыли, чтобы не затапливало временно пока. Вот. Обращались в акимат, пока никакой реакции нет. Я жительница 9-го этажа. Вот, 22 марта, вот как обрушилась крыша утром, 4 часа. И с этих пор никаких меры не принимаются. Говорят, акимат, МЧСники приезжали, экспертизы все, снимали все, крышу все. И никаких, до сих пор уже сколько месяцев проходит, никакой реакции нет. Как оказалось, здесь не только влажный дом, но и его двор в таком же состоянии. По детской площадке вот уже на протяжении 1,5 месяца бежит ручей. Жители утверждают, что прорвала труба от насосной станции. Но устранять хоть и маленькую, но неприятную аварию ТО «Карагандысу» отказывается. Месяц уже вот эта грязь, месяц никому дела нет, в водоканал обращались, к СУ обращались, в акимат обращались, акимат вообще сказала, а нас это вообще не волнует, это было чисто ее слова, звонили, чтобы загораживали стройки, забирай детей, делай там с ними что хочешь, никому дела нет, звонила я сама лично везде, вообще ничего не делается, крыша уже месяц, вообще там скоро люди уже там, наверное, я не знаю, пока не будет какого-нибудь смертельного исхода, ничего делаться не будет. Обзвонив все горячие линии района и города, написав десяток писем в акимат, жители поняли, что помощи ждать неоткуда. Сами же они в борьбе стихии в родных квартирах бессильны. В свою очередь, ответственные органы отвечают так. Сразу было организовано обследование дома. Предварительное техническое обследование проводила стройтехнология. Значит, в ходе проверки было установлено, что из-за постоянного подмыкание талыми водами произошло разрушение плит. В настоящее время составлена проектно-сметная документация. Обитатели мокрых квартир вынуждены жить в таких условиях. И пока не решится этот вопрос, вода таки будет стекать бурлящими потоками. Марал Тукенова, Тулиген Рашид, Павел Спиридонов, 1 Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. Очередной скандал вокруг программы по модернизации ЖКХ. Жителям хрущевок по улице Ержанова 23/2 ремонт в кредит от государства оказался не только не по карману, но и не по нраву. Они недовольны процессом ремонта. Наш корреспондент разбирался в плюсах и минусах республиканской программы. Жители Ержанова 23/2 уже демонстрируют качество проведенных работ. Крыша течет, лифт не работает. При этом в смете сумма на ремонт одного лифта составляет 5 800 000 тенге. Вот в одно прекрасное время пришли, поставили, никто этих людей не контролировал. 5 дней он поработал, все, вот смотрите, нажимаю кнопку, стоит. Также и ремонт крыши, ремонт подъезда, ремонт все остальное никто не контролирует, никто, начальство никакое не ходит. Только жильцы смотрят, а мы что,
Мы же не строители, не понимаем. У нас дом 74-го года, ни разу капитально не ремонтировался. Мы его своими силами как могли поддерживали. Вот. Но потом мы узнали об этой программе и вступили вот в эту программу. Вот нам в рамке этой программы нам поставили лифт. Вот он 5 850 000 стоит. Вот. И сейчас вот стали ремонт подъезда, ремонт крыши, кровли, замена этого узла. Ну, примерно как вот на Нуркена Абдирова 8 сделали, ну, по такой же программе. Мы уже застряли один раз в лифте, это очень неприятно. Мы застряли 8:30 вечера. Это очень сложно, потому что я понимаю человека, который ответственен за это. Он не может, он должен договориться, чтобы нас оттуда вытащили. Вытаскивают таким образом, отодвигают стенку лифта одну и оттуда вытаскивают людей. Это что, нормально? Даже ломается лифт дальше. Но это ненормально, поэтому за такую стоимость, которую нам потом предъявят, извините, получать такие удовольствия никто не хочет. Соседям с верхнего этажа живется не лучше. Во время осадков потолок превращается в настоящее решето. Жители жалуются из-за сырости и плесени, они постоянно болеют. Здоровью людей угрожают и оголенные провода в коридорах. Вот и живем в таких условиях. До этого, до ремонта, все работало отлично. И водостоки никогда не капало. Начали не ремонт делать крыши. Как дожди пошли, так и у нас дожди. Вот кругом стоят тазики, тряпки. А тут еще бабушка болеет. Вот здесь вот затопило именно в этой части крыши, потому что вот эта ливневка была забита. Когда я приехал сюда, значит, строители здесь ходят, работники спокойно. Вода по колено стоит полностью, никуда не уходит. Они сами до этого дойти не могли. Я считаю, потому что не специалисты здесь работают. Потом, когда мы стали шуметь уже, ругаться, звонить ихнему руководству всему, они принесли вот эти насосы, скачали эту воду, а раньше этого сделать нельзя было. Подрядчики утверждают, в этом виноваты сами жители, и они работают согласно проектно-сметной документации. А лифт постоянно ломается из-за того, что он якобы хрустальный, в нем очень много чувствительных частот. Вот там много напичканной электроники. И он рассчитан на то, чтобы, когда заходит жилец в лифт, надо обязательно зайти, не выставлять руки. Потому что он 2-3 раза сработал дверь и идет в ошибку, в отказ. Электроника срабатывает, и надо его перезагружать. Поэтому здесь мы понимаем, что да, тревога жильцов, что да, действительно, лифт, ну, в настоящее время работает с перебоями, но в настоящее время мы говорим о культуре эксплуатации лифта. Как вы знаете, все новые техники проходят по техническим нормам определенную обкатку. Этот лифт еще обкатку не прошел, потому что там механизмы должны притереться, регулироваться. И выявлено там было немножко отклонение в схеме. Вот сейчас бригада работает. То жилсоцсервис пообещали возместить ущерб хозяевам квартир по ремонту. Подрядная организация по программе модернизации ЖКХ уже сдал в эксплуатацию первый дом по проспекту Нуркена Абдирова. Сейчас помимо дома по улице Ержанова 23/2, они ведут ремонтные работы еще в 3 многоэтажках города. Объекты планируют сдать госкомиссии в конце лета. А жители, в свою очередь, не отказываются от данной программы. Они хотят лишь, чтобы надзор над проводимой работой прошел по всем правилам. Но в отделе модернизации ЖКХ городского коммунального хозяйства заверили, что контроль ведется надлежащим образом. Велась, например, надзор с нашей стороны. И должны жители участвовали. Мы всегда говорили, приходите наблюдать. И еще есть отдельный независимый технадзор. Программу модернизации ЖКХ правительство утвердило 30 апреля 2011 года. Не прошло и года, а казахстанцы стали жаловаться, что такой ремонт им не нужен. Более того, из-за горя строителей граждане вообще могут лишиться не только коммунальных благ, но и крыши над головой. Вот в данный момент 48 объектов в прошлом году мы закончили. И всех 48 объектов всегда идут жалобы. Это жалобы, мне кажется, сходит от того, чтобы люди привыкли при советской власти, все делалось бесплатно. Программа рассчитана до 2020 года. Всего за это время в Казахстане планируется отремонтировать около 12 тысяч домов. Насколько качественно будет это происходить, пока никто сказать не берется. Марал Тукенова, Тулеген Рашид, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Сегодня весь мир отмечает День донора. В Карагандинском центре крови эту знаменательную дату решили отпраздновать заранее. В этом году акция по сдаче крови началась с 11 июня.
Всемирный день донора крови – особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Учрежден он 7 лет назад министрами здравоохранения разных стран в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения. И теперь более чем в 190 странах мира отмечают этот праздник. В этом году день донора проходит под девизом «Каждый донор – герой». Среди таких героев и карагандинка Наталья Лякруа. Своей кровью она делится регулярно. Этому благому делу она приучает и детей. Каждый раз, когда я прихожу, я беру с собой или сына, или дочку младшую, для того, чтобы показать детям и рассказать, как необходимо помогать людям. Когда я сдаю кровь, во-первых, я себя морально хорошо чувствую, потому что чувствую удовлетворение в первую очередь, потому что знаю, что кому-то моя капелька крови поможет. И состояние, общее состояние у меня тоже очень хорошее. Я себя очень хорошо чувствую. И в свои годы, даже я спортсменка, еще выступаю на соревнованиях до сих пор. Карагандинский областной центр крови Всемирный день донора празднуют еще с понедельника. Поучаствовать в акции по сдаче крови они приглашали сотрудников предприятий и компаний, а также студентов. Были организованы и донорские выездные сессии в различные организации. Наша служба непредсказуема, и мы не знаем, в какой момент кому понадобится кровь. И поэтому нам нужно ежедневно пополнять запас. Мы постоянно проводим акции, совместные акции, приглашаем доноров с предприятий, учреждений города. Помимо этого мы выезжаем на донорские выездные сессии в организации учреждения предприятия города. Заключаем договора для того, чтобы они нам предоставляли доноров, например, с Казахмысом, с шахтерами. Между тем, статистика показывает, что количество доноров в нашей стране сократилось в 3 раза. Если раньше в Казахстане насчитывалось около 750 тысяч доноров, то сейчас их лишь 250 тысяч человек. А ведь ежеминутно у людей любого возраста возникает жизненная необходимость в переливании крови. Самое главное, что поучаствовать в акции добра и милосердия и сдать кровь полезно и самим донорам. Доказано, что у них улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус. Сейчас в рамках государственных программ активно ведется поддержка предпринимателей. Налоговое управление района имени Казбек-Би установило информационные стенды с описанием инструментов финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса. Кроме того, был открыт информационный киоск Центра поддержки предпринимательства фонда «Даму». В целях разъяснения данных программ кустовые совещания проводятся в регионах Карагандинской области. Так, встречи с предпринимателями уже прошли в городах Абай, Сарань, Шахтинск, Темиртау и Бухаржиравском районе. В общем, программа пройдет во всех 18 городах и районах области. Ну, как показывает практика, на самом деле, не все предприниматели принимают активное участие в этих программах. Ну, мы понимаем, что все предприниматели, в основном бизнесмены, занятые люди. Для получения информации о господдержке требуется определенное время. Ну, к примеру, прийти в Акимат, там, записаться на прием или что-то другое. Большая часть предпринимателей не знает даже, куда прийти, то ли в банк, то ли еще что куда. Поэтому здесь, в стенах налогового комитета, посещают все без исключения предприниматели. И что говорится на ходу, могут получить исчерпывающую информацию. В рамках акции сотрудники отделов предпринимательства и филиала фонда «Даму» дают необходимые разъяснения бизнесменам области и оказывают им методическую помощь. Мы в настоящее время реализуем порядка 20 программ финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства. Это господдержка, оказанная на консультации, на субсидирование, гарантирование по займам предпринимателей. Поэтому вот сегодня мы в помещении налоговой инспекции разместили наш инфостенд. В настоящий момент у нас по субсидированию одобрено 142 проекта. Уже эти предприниматели получают субсидии по займам своим. Кроме того, у нас более 3000 человек прошло обучение по программе «Бизнес-советник». По данной программе региональным координационным советом Карагандинской области одобрено 174 проекта на сумму 34 миллиарда тенге. Это позволило сохранить 24 рабочих мест и создать порядка 4000 новых. Марал Тукенова, Бауржан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.
Департамент юстиции по плану на 2012 год проводит несколько семинаров, посвященных нотариальным действиям. Сегодняшняя встреча была организована среди должностных лиц. На семинаре зачитывались доклады об основных положениях правил по нотариальному делопроизводству. Нотариат сегодня один из самых важнейших и неотъемлемых звеньев правовой системы государства. Целью проведения данного мероприятия являлось оказание методической и практической помощи должностным лицам аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сельских округов, совершающим нотариальные действия. Первым был зачитан доклад о разъяснении основных положений и правил совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденное приказом министра юстиции Республики Казахстан. Отказывают нотариусы и должностные лица в совершении нотариальных действий, если за совершение нотариальных действий обратилось лицо, находящееся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. И все на этом. А вот в отличие тоже от инструкции, потому что в инструкции было написано, что если опьянение, все понятно. То и помимо этого, если у нотариуса возникает сомнение в дееспособности гражданина, то нотариус откладывает совершение нотариальных действий, выясняет, имеется ли решение о признании человека недееспособным. Если такого решения нет, то он направляет соответствующий орган информацию о своих подозрениях. Одной из существенных функций Департамента юстиции в сфере организации правовой помощи и оказания юридических услуг является руководство деятельностью государственных нотариальных контор. По словам организаторов данной встречи, за первый квартал 2012 года 108 должностными лицами, уполномоченных на совершение данной деятельности, взыскано более 280 тысяч тенге государственной пошлины. Одной из существенных функций Департамента юстиции является организация правовой помощи и оказание юридических услуг. Является руководство деятельностью нотариальных контор, содействие развития частного нотариата и осуществление контроля за делопроизводством по оказанию нотариальных действий. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Поделиться интересной информацией вы можете, позвонив к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Саубалмздар.